Независимое телевидение Севастополя продолжает рубрику «Мнение». Ежедневно в эфире нашего телеканала ответы севастопольцев и гостей города на вопросы, которые интересны, актуальны и злободневны. Корреспонденты НТС работают на улицах города и предоставляют гражданам возможность высказать свое мнение по вопросу дня. Сегодня мы поинтересовались у севастопольцев, чем для вас является Херсонес Таврический – музей, колыбель православия или место отдыха. Ну, там церковь, этот храм, колыбель, наверное, все-таки. Ну, и так походить очень интересно. Ну, вообще, там классно. Место для отдыха, для туристов. Это паломничество, центр. Это православие. Какой отдых? Вообще никаким центром не считаю. Это памятник истории. Это главная историческая вообще ценность, наверное, города. Но он же находится под защитой ЮНЕСКО, я знаю, да? То есть это как бы культурное достояние Российской Федерации. И место паломничества, и там можно и пойти отдохнуть, погулять с семьей, с детьми, с друзьями. Полную версию программы «Мнение» смотрите после вечернего выпуска новостей и в течение дня. Какой вопрос задать, решают не только журналисты НТС. Вы можете предложить свой вопрос на общегородские темы, позвонив в редакцию независимого телевидения Севастополя по телефону 59 00 62.